Всем привет, хочу рассказать, как получить приз в игре Dakar Desert Rally Stuntman. Нужно провести в воздухе за один раз 3 секунды на мотоцикле. Этот приз выполняется в карьере в самой первой гонке. Берете любой мотоцикл, главное провести в воздухе за раз 3 секунды. В конце видео я покажу наглядно, где и как это делается. Всем, кому помог, всем спасибо, всем пока.